В Улан-Удэ прокуратура проверила котельную неподалеку от сотых кварталов. Напомню, зимой жителей микрорайона беспокоит черный дым, запах гари и сажа, которая оседает на окнах и подоконниках домов. На днях котельную юго-западная посетили сотрудники прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и общественники Народного фронта. В ходе проверки, проведенной прокуратурой Октябрьского района города Улан-Удэ, выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией установок очистки газа, функционированием неучтенных источников выбросов загрязняющих веществ. Это котельная, филиал ТГК-14. Его директору прокурор внес представление. На устранение нарушений у руководства котельной есть месяц.